превратиться в человека за окном в Майнкрафт без модов. Берем свой телефон, заходим в игру Майнкрафт, после чего нажимаем кнопку «Играть». Дальше нажимайте на кнопку «Серверы». Пролистываем сервера в самый-самый низ и нажимаем на кнопку «Добавить новый сервер». Имя сервера можно написать «Ананас», ведь именно так называется этот сервер. IP сервера без ошибок и внимательно пишем «ananasmine.ru». Теперь просто нажимаем кнопку «Играть». Дальше вам предлагают выбрать, на какой сервер же нам зайти. Я выбираю сервер номер 4. Вот мы и появились на сервере «ananasmine». Тут уже куча моих подписчиков собралось. Оборачиваемся и бежим вот в эту сторону. Бегом, бегом, бегом и смотрим. Вот он! Человек за окном! Нажимаем на него и спокойно превращаемся в страшного-страшного монстра. Теперь я могу напугать всех своих подписчиков. Давай, заходи на сервер, если не боишься. Сможешь?